Доброе утро, мои дорогие. Иду на брифинг возле центрального входа здания правительства. Блок Победа. От партии Блок Победа. Я надеюсь, я не опоздала. В 11:30. Парни тоже идут. Сейчас посмотрим, кто есть, кого нет. А вот Марина Таубер. Доброе утро. Здравствуйте. Так, давайте еще один. Так, Марина Таубер увидела. И Александр Нестеровский, кажется. Что я не смотрела, не посмотрела внимательно. Так что иду я. Сколько уже? Половина. Все, всем хорошего дня. Отличного настроения. Миру мир. Всем здоровья, мира, добра. Все, всем пока-пока. Тоже ждут. Тот мужчина, которого я видела в парке. Он здесь. Все, всем пока-пока. Иду в тенечек. Идут Нестеровские. Слышат полицейские. Говорят, Нестеровский. Марина Таубер. Сейчас послушаем. Жарко ужас. Даже в тени жарко. И даже веер не помогает. 11:35. Хоть солнце спряталось немножко. Хоть эти тучки появились. Облака закрыли солнце хоть чуть-чуть. Вот Петр. Вот Петр. Чуть-чуть на меня чуть-чуть. Буду громче говорить, но... Еще. Ну, давайте, да, мы так встанем, чтобы нас было видно вдвоем, да? Да. Еще шаг на меня. Еще шаг. А на можете меня показать, как мы в кадре? И вы можете... Тени не было. От носа, если тебе нормально. Тени нет. Мы хотим шлайф, да? Дам шлайф? Да. Секунду. А вы чуть-чуть назад двинетесь, чтобы мы тоже в тени шли? Ага. На шаг назад, чтобы мы тоже... Не надо мне на шаг назад. Не, у них там тоже тень есть. А у них тень не надо. Ну и моя вема открыла фотограф. Не спать. Культура есть. Да. Это самый главный наш фотограф. Держа в укрязу. Долг увидеть. Ну, давай. Сейчас запускаю лайк.